колоночки Logitech Z313, переделанные под Bluetooth модуль. Индикацию Bluetooth модуля видно вот по заинверторе. Сзади у нас кнопка выключить Bluetooth, если нужен вдруг понадобится AUX. А если будем пользоваться Bluetooth, кнопку никогда не выключаем. Звук регулируется на пульте, если с AUX пользуемся, а если подключен Bluetooth, звук регулируется с устройства. Или с телефона, или на данный момент подключены компьютеры. Компьютеру с компьютера регулируется. Кнопка есть. Выключить, можно включить. Вот так вот. Добавим чуток звука. 45% на компьютере. Вот такие колоночки Logitech Z313. Я стараюсь, я не жду, меня лазут, планета.